На конкурс дети читают стихи. Пузунова Екатерина, 10 лет. Иван Крылов, ворона и лисица. Уж сколько раз твердили миру, что лезть нужна одна. Но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать давно уж было собралась. Да, призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. И говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывай так право сказки, какие перышки, какой носок, и верно ангельский быть должен голосок. Спой, светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой, и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица!» Вещание нас похвал, вскружилась голова, от радости в забудыхание сперла, и на приветные лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, и с ним была плутовка такова —